Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Адисан. И, ребята, сегодня мы играем на сервере Amazing Poke World. И сейчас у нас турнир водных покемонов. Но, как всегда, кто-то не смог прийти, у кого-то нету покемонов. И все такое, поэтому мы еще добирали охренеть сколько новых игроков. Те не смогли, у того мелкие уровни. Короче, заявку подали около 30 человек, смогли прийти только около 10. Ну, в принципе, как всегда. Поэтому... опять ты пехаются. Поэтому у кого-то в комнате 3 человека, у кого-то... Да твою ж... Харе пробирается сюда. У кого-то 3, у кого-то 2. Ну, в принципе, ладно, как-то сейчас, ребята, будем разбираться. Хрен его знает. Ну, давайте, короче, первые бои. Давайте вот эти. ТП. Так, и кто там еще есть? ТП. Так, сейчас, ребята, мы проверим шапочки. Так, проверяю шапки. Так, ща. Мы проверим, нету ли тут шапочек. Это мы забираем. А тут еще кто-то же один был. Он что, вышел? Ух, ребята. Вот видите, такие, знаете, кто-то заходит, кто-то выходит, кто-то не смог зайти, кто-то куда-то уехал, у кого-то покемоны не прокачанные и все такое. Ну, это как всегда, я говорю, ребята, куча людей вот эти подала заявок, но половина не смогла участвовать, даже больше, чем половина, и уже набрали таких остальных, у кого и значков нет, у кого покемоны не полностью прокачивали, еще им прокачивали покемонов, но чтобы хотя бы состоялся турнир. И задержка есть турнира, но... Да харе уже, ладно, давайте еще вот этому дадим. На. Так. Вот, ребята, первый бой. Я говорю, я вообще не знаю, как будут проводиться вот эти бои. Тут 3 человека, там где-то... Тут же вроде 3 было, а уже 2. Ну, ладно, я говорю, ребята, сейчас что-то будем каламутить. Хрен его знает. Честно, сейчас, ребята, мы будем смотреть. Потому что я даже не знаю, как вообще этот турнир сейчас будет проходить. Уже хотя бы как-то вот он... проходит, и то с задержкой, и то уже куча вот этих других игроков позаходила, то есть тех, у кого значков нету. Вот тут только что 3 человека было, уже 2 человека, не знаю, куда один пропал. Хрен его знает. Ну, сейчас мы, ребята, кто-то как-то разберемся, то есть кто-то вылетит, мы поставим другого на замену, другому дадим, если он проиграет, то он еще раз с кем-то сразится. Ну, как бы я говорю, ребята, тут такие... Половина игроков не смогла зайти или просто, не знаю, забыли, может. Поэтому как-то сейчас мы будем вот это все решать. Ну, первый бой. Я не думаю, что этот турнир, в принципе, будет большим. Потому что, я говорю, я не знаю, как он вообще будет проходить. Этому никогда не хватает вот этих... На, шапок у него нету, нет? Ну, давай, заканчивайте уже бой. После этого уже нужно думать, кто будет. Тут вот только что одного сюда тпхнул, он вылетел. И сейчас зайти, наверное, не может, потому что места не хватает. Что-то такое, но... Сейчас мы как-то будем это решать. Фиг его знает, ребята. С этих... Вот там, где 3 человека в одной команде, 3 человека в одной комнате, я не знаю, как они будут сражаться, то есть у них же пары толком нету. Поэтому фиг его знает. Кто? Так, ты иди сюда.
Кто там? Того? Да, там. Так, а вот этого ТП кто там был? Так, сейчас. Давайте вот этих самых сильных, кто сейчас есть на турнире. Потому что, в принципе, больше толком игроков даже нет. Вот у этого пары нет, я не знаю, с кем он будет сражаться. Поэтому, ребята, фиг его знает. Сейчас мы будем смотреть. Это забираем, это забираем, это забираем. У этого тоже забираем, забираем, забираем. Ай, чё я не тот, не то что-то взял. Так, тут вот опять один зашел, то есть он или перезаходил, или еще что-то. И как вы видите, хрен поймешь, кто тут, неразбериха. Ну, давайте, давайте, давайте. Давай, иди показывай. Так, ща. Ну ладно. Давайте, начинайте. Ладно, сам кинул. Так, уже, ребята, нужно думать, кто с кем будет сражаться, потому что... Ну вот тут один, да? Тут один. Тут сейчас тоже кто-то выйдет, но не будет один, а будут двое. То есть я не знаю, кто с кем будет сражаться. Вот, опять чувак зашел. Охренеть. Я не знаю, сейчас, ребята, посмотрим. Сейчас посмотрим, кто с кем будет, потому что там, где три человека в одной комнате, это вообще какая-то путаница, хрен разберешь, кто с кем. Если одного выкинешь с турнира, то есть у тебя нету пары, то он начнет говорить, что вот, я же там подавал заявку, я же участвовал, а сейчас выкинули, потому что нету пары. Поэтому хрен его знает, ребята, как это все будет. Сейчас, наверное, вот этот сразится вот с этим, кто вылетел. Поставим его в эту комнату, нет, в эту, допустим. Потом тот сразится с этим, и так посмотрим, кто с кем вылетит. Ну, короче, это сейчас мы, ребята, посмотрим, потому что я не знаю. Кто? Ну, кто-то уже выиграл, нет? Я как-то не заметил. Тут же тоже трое, да? Хотя нет. Сейчас этот сразится с этим. А тут, кто один останется, сразится с этим. Ну, сейчас мы разберемся как. Ну да, в принципе, нельзя. Да твою ж. Так, а кто выиграл? Я что-то как-то не заметил. А, так, сейчас, кто тут, допустим? Да, фиг его знает. Ну, я уже, в принципе, знаю, кто тут в этом турнире выиграет. Это, можно сказать, уже понятно. Потому что на этом турнире даже таких конкурентов больших нету. Я говорю, много людей не успело просто зайти. Как вы видите, мы набрали просто охрененную кучу других игроков, которых даже покемоны не сотого уровня, мы им еще и прокачиваем. Так. Забираем. В этого это тоже забираем. Да чё ты... Так, ну давайте, начинайте.
Так. Тут. Тут потом посмотрим. Ну, давайте, ребята, начинайте. Сейчас. Ты... уровня. А будешь просить конфет, чтобы только кого-то прокачать? Мут. А то, знаете, ребята, кто-то показывает 4 покемонов, потом видишь, что я кому-то раздаю конфеты, чтобы прокачали своих покемонов, у кого не прокачаны. И остальные тоже уже начинают просить, выбирают других покемонов в компьютере и начинают показывать: о, у меня тоже не прокачанный, и дай мне тоже конфет. И вот так, в принципе, прокачивают своих и других покемонов. Так, кто там сраж... Ну? Ребята, давайте как-то... Я не знаю, побыстрее, может. Ну, может и можно где-то с крыши проходить, но... Если кто-то будет проходить, то... да, ребята, вы чё, прикалываетесь, что ли? Никто ещё не пробрался? А то есть... Есть тут... Люди. Так. Кто кого? Ага. Так, тогда он с кем-то идет. Вот сюда, да? Ага. Так. Сейчас. Это еще кто? Так. Тут давайте, допустим. Да фиг его знает. Вот видите, передал вот этот обратно вот этому покемона. То есть сначала этот покемон был в этого и показывал, что вот нужно ему прокачать. А сейчас обратно тому передал. Вот вы... Так, сейчас мы этого тпхнем. Пока... Так, ты показывай. А я посмотрю инвентарь. Шапочек нету. Ты тоже. Так. Ну да, у этого значков нету. Так, ну давайте. Я говорю, ребята, сейчас мы посмотрим, кто с кем тут будет сражаться. Тут, тут один, да? Тут двое же было. Один опять куда-то. Да, он что-то... Он что-то зависает почасто так. Сколько раз к нему туда подходил, что-то просил показать покемонов, он просто стоял, ничего не делал. Ну... Сражайся туда с...
Короче, ребят, я не знаю, вот этот турнир просто охренеть, сколько людей не пришло, не смогло и еще что-то. И поэтому хрен кто смог нормально участвовать. Харе пробираться! Так, ну чё, я чё-то не понимаю. Бой будет, не будет. Ну? Ну, если этот говорит, что начинай, то тогда ему пофиг. Вообще, давай, иди, начинай бой, и все. Давай, начинайте. Так, тут я не знаю, кто с кем будет. Сейчас, наверное, вот эти двое сразятся. Тут потом вот эти двое сразятся, кто с этого выйдет. А вот тут... А тот опять, я говорю, тот опять куда-то вышел, поэтому хрен его знает. Эти двое тоже же могут сражаться. По идее. Так. Ну, пускай эти сражаются пока что. Тогда вот эти, что нету пары, наверное, еще раз сразятся с теми, кто победил. Потому что, ребята, просто нету пары, и поэтому фиг его знает, кто с кем будет сражаться. Так, это первое место у нас будет. Так, ну чё, давайте. А, вот. Вот это, ребята, у нас тут второе место будет. На выбор Shiny Ashavot, Shiny Squirtle, Shiny Totodile, Shiny Staryu. На выбор. Кто кого захочет, тот того и выберет. Так, ну чё, давайте. Всё? Или нет? А, нет ещё. Ладно. Так. Тепедра... Этот уже может, в принципе... уже показывать. Да чё ты... Вот ломать ему вздумало тут, а? Так, ну пока эти сраж... Твою... Ты, короче, последний раз. Так. Ну, ты бы... А ты сейчас будь... Так, нет, шапок по идее нету. Кто? Так. ТП, кто там? Так, вот. Тогда сейчас. Давайте, 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 сражайтесь. Ну, так, сейчас. Вот этот, что один тут был, вышел, поэтому в этого уже пары нету и не нужно будет. У тебя и так охрененно какое преимущество. Так, сейчас вот эти двое. Так,
Вот тут еще нужно будет, тут еще нужно будет, а вот там уже нету. Отлично. Но, в принципе, еще так... Не скажу, что много боев будет. Потому что, говорю, людей... А, нет, мне показалось, там кто-то пробрался. Ну, чтобы быстрее. Так, шапочек. По идее, нету, нету шапочек. Так, отлично. Вот так. Эти сейчас сразятся, потом вот эти пойдут. Сейчас. Ну, в принципе, понятно. Так. Сейчас. Сейчас вот эти двое. Так, вот этот. Вот так. Давайте. Охренеть, вот так посередине турнира так идут. В АФК. Большое. Нету конкурентов. Ну чё тогда, если... Еще АФК там нет? О, уже нет. Ну, начинайте. Реально, у него просто охрененно какое большое преимущество, а другим игрокам... А другим игрокам он выиграть толком не дает, потому что... Потому что... Ну сразись ты уже, а потом иди. Нет, сейчас посередине боя... Это минуту займет. Ну, в принципе, да, я говорю, у него просто охрененно какое вот это преимущество. Просто конкурентов даже нет, он же участвовал в предыдущем турнире. И еще, вот, он выиграл первый турнир. Второй турнир он проиграл вот этим. Третий турнир он тоже проиграл сразу же на начале. А вот сейчас у него, в принципе, конкурентов да и нету. И сейчас, можно сказать, он и выиграет. Потому что реально конкурентов у него тупо практически нет. Вообще никого. Все, кто подавали заявки, практически не смогли зайти. И сейчас никто толком... Вот эти все игроки, они даже не подавали заявку. Они даже не знали, что участвовать. Потому что много игроков не смогло зайти. И поэтому вот набрали таких людей, которые просто... Даже не хотели участвовать в турнире, но написали, что у них их есть покемоны. И поэтому они как бы начали участвовать. Но кто? Так. Сейчас отсюда, да? Нет.
Так. Ладно, пускай будет и так он. Так. Сейчас. А с кем он там сражается? С этим, да, он сражается. Все, проверил. Так, давайте. Ну, тут уже один, тот вышел, тут тоже один. Вот сейчас вот эти двое сразятся. Наверное, сейчас будет дисквалификация. У него нету конкурентов. Нет, ну просто это действительно как-то не очень получается, если вот такой самый сильный сражается. Можно сказать, у него реально нету конкурентов. Чтобы силы хотя бы ровные были. Думаешь, он бы там проиграл? Как-то не очень верится. Я поэтому и перенес его туда к тому, чтобы силы хотя бы ровные более-менее были. Если бы он был в комнате вот в этой комнате, ну, он бы 100% выиграл с одним покемоном. А там у него хотя бы кто-то был до конкуренции. Ну... Конкуренцией. И так выиграл. А там бы точно. Ну давайте, ребята, сражайтесь. Так, ну чё? Такой турнирчик, я просто уже не знаю, как вот эти турниры проводить, если толком никто не участвует, в том смысле, что куча людей подает заявку, что все хотят участвовать, и там даже есть вопросы такие, сможете ли вы точно прийти на турнир и участвовать в нем в такое-то время, в такое-то число, ну и даже столько минут написано, что вот в такое время, в столько-то минут, сможете ли вы зайти на сервер и участвовать в турнире? Все пишут, да, конечно, смогу зайти, а сейчас... Больше, чем... ну, хрен его знает. Больше, чем 15 человек просто-напросто не участвовать, потому что... Ну... Нету их сейчас на сервере. Так. Сейчас... Ну, я не знаю, кто с кем будет сражаться. Давайте, допустим... ИТП... Так. Ну, это уже полуфинал, ребята. То есть сейчас вот эти сразятся, потом вот эти. И, в принципе, все. Потом еще за третье место. Я говорю, я уже тогда, ребят, даже не знаю, как турниры проводить. Чтобы все по правилам было, чтобы всех сотые уровни были, и значки были, и все такое, чтобы могли зайти на турнир. Поэтому заявки сделаны, чтобы все было по правилам, и у всех были сотые уровни, а не вот так, как сейчас было. Кто-то зашел, у него там уровни были 50-е, 10-е, 70-е, что еще прокачивали их покемонов.
А вот сейчас хрен его знает. То, что они пишут, что могут зайти, но не заходят как-то. Так, вот. Вот еще один отошел куда-то. Во время турнира. И сейчас нужно его ждать, да? Вот вы, ребята, конечно. Так, сейчас. Сражайтесь. Так, ну чё, давайте. М, а тот где? Ну, если вот этот АФК тут ничего не делает, то... Чё делать? Так, тут, в принципе, всё, ребята, это уже полуфинал, говорю, если вот этот сейчас не зайдет в какое-то течение времени, то, в принципе, что делать? Так, давайте. Сейчас смотрим, кто кого. Этот все еще стоит и вообще не шевелится даже. Смотрим, ребята. У этого 3, в этого 4 покемона. Вот это 4, это 3. Сейчас смотрим, кто кого. У этого 4, в этого 2. Ну, этот еще может затащить, он... Он такой. Посмотрим. Просто он в самом первом турнире был первым победителем всех турниров. Так, так, тут уже места нет. Нужно вот это все перенести. Или тут еще одну сделать. То есть тут первые 3 турнира. Тут... 4, 5, 6, тут 7, 8, 9. Ну, пока что тут 3, да, то есть. Посмотрим. Так, у кого сколько? Ну, я говорю, вот это сейчас всех тащит. Сейчас посмотрим, ребята. Ну вот уже 2 на 2, ребята. Смотрим, смотрим. Ну да, видите, видит, что он проигрывает и начинает атаки использовать всякие. Конфузы и вот это все, чтобы победить. Ну все, тут уже... Этот почти выиграл, то есть. Это у него столько осталось, и этот почти что выиграл, да? Ну. Ладно. Как у него там? Так, а вот эти что там? Если этот все так же... Нет, этот уже
Уже двигается, уже ожил. Так, сейчас. Еще как близок, у него там пару хп осталось, тот его практически выиграл у него. Ну давайте, начинайте. То, что останется от покемонов. То есть на первое место там выбирают, какие покемоны хотят. Или там Кёрч, или Шайни Скитл, Шавот, Тотодайл или Старью. Второй выбирает с тех, что останутся, а третий выбирает с тех, что останутся от второго. Так. Давайте смотрим. Ты не участвуешь. Ты просто... просто как зритель. Можно сказать. Да не, я шучу, конечно, но... Так, ну давайте смотрим, кто кого. Кто согласен, что... Ставьте. Сейчас посмотрим. Так, во, пошли, пошли, плюсики. Читеры. Завелись. Так. Ну чё, кто тут? Я просто смотрю, кто это такой тут стоит. Бам. Так, тут никто не пробрался, шпионы всякие, нет, нету никого. Фух, ну чё, это уже практически фин... Ну, в принципе, это вот это, последний бой, потом финал и за третье место. Так. Ну, давайте сначала за третье место, а хотя нет. Нужно же сначала за первое, чтобы он выбрал покемонов, которые хочет, а потом уже за третье. Так. Ну чё, давайте. Финал. Финал. Потом за третье место. Смотрим. Давай, где ты? Ну, уже сам знаешь, что первому ему кидать. Ну, в принципе, у тебя уже гарантировано второе место, поэтому... уже как-то. Ну вот, 4 на 3. 4 на 3. Дальше.
3 на 3. Дальше. Ты же тоже его используешь, а сам сейчас говорит, что... 3 на 2. Ну? Ну, как бы тут уже так. 3 на 1, тут уже, в принципе, все понятно, мне так кажется. Ну? Ну давай уже, сражайся, а не пиши в чат столько. Да тут уже все ясно, то есть 3 на 1 осталось и... Выбирай. Ну? Что он там делает? Выбирай покемона! Так, ладно. Вот. Райчу не 100 уровня дал, ни хрена себе у чувака куча покемонов. Так, давай. Сотый уровень дал. За одного покемона, охренеть. Это еще. А, это вот эти. Кто там еще? Нет. Я не выбираю натуры, я не выбираю какие уровни, какие они спавнятся, такие и все. То есть я даже... Ну, короче, если бы еще натуры выбирать, то... Так, ну, сражайтесь. Так, кто тут за третье место? За третье место как бы выбирают или Сквиртл Шайни, или то туда, или Листарию. А за четвертое место я не знаю. Фиг его знает, если честно. Это чё там? Этот уже афкашит столько времени, что это сдуреть просто можно. Ладно, ждем пару минут. Он каждый бой отходит, что его нужно тпхать обратно и ждать там пару минут, пока он придет. То есть это не, нельзя уже достоять до конца турнира и потом куда-то отойти. Нет. Это нужно сейчас тут стоять. Ладно, пока он там афкашит. Очистим тут все. Ну отойди ты! Так, как тут у нас? Как там?
какая там высота? Вот так, да. Вот так. И тут у нас как? Вот так, да? Нет, на один можно передвинуть. На один вот сюда. Вот так. Так, ну чё там? Это ещё. Это всё там стоит. Всё так же не движется. Так, кто тут у нас первое место занял? А, победи, какое-то... А, тут ещё нужно на одну больше же сделать. Твою ж... Как бы это всё сделать? Так, допустим. Так, тут у нас победитель. Так. Белым? Я же не писал белым. Победитель водного турнира. Почему оно белым пишется? Хрен его знает. Как там у нас? Как-то вот так, да? А почему оно белым? Вот это действительно, я не понимаю. Ну, третье еще как бы не определилось, да? Ждем. Ждем пару минут. Ну так, ребята, вот и бой за третье место. Наконец-то уже зашел. И сейчас, ребята, смотрим. Третье, четвертое место. Выбор Старью, Тотодайл или Сквиртл. Наконец-то зашел, спустя хрен его знает сколько времени. Смотрим. Так, ща. Ща. Победители, да? Первое и второе место. Следующий турнир я не знаю, какой, если честно. Или бойцовский будет, или воздушный. Следующий турнир или бойцовский, или воздушный. Это тут уже похренеть сколько. Уже еще турнир не кончился, их уже тут... кто машину вот эту брал? Кому делать? Где вот тот? Ребята, вы, конечно, я понимаю, но... Еще турнир даже не кончился. Сейчас. Ну? Так, где он? Вот он, да? Ну, четвертому месту, в принципе, ладно, тоже дадим. Извиняюсь, покемоны, которые остались. Кто? Ай, нет, не того. Вот. Ну, все. Тут у нас. Кто третье место?
Что-то я как-то не помню. А, во. Вроде. А, нет. А, все, так. Вот, все. Вот и конец третьего. Нет, какого? Четвертого турнира по счету. В принципе, все, ребята. Спасибо за просмотр. Кто хочет играть на этом сервере, но еще не знает, или еще не играет, или не знает, как сюда зайти, все написано в описании. Кто хочет, заходите. Всем спасибо за просмотр. В принципе, да, все, ребята. Всем пока, всем за просмотр, всем удачи и всем пока.